красиво церковь. Ребят, про храм узнали, в общем? Вот постройки 2002-й. Кстати, пицца была хорошая. Кстати, это сторона Джимрука, туда 22 километра, мы все хотим туда. У нас есть дороги, молодцы вообще. Реально, кто работает, должны платить нормально. Шофуры, сирана. Так что ребята в Армении делают дороги. Молодцы. Все по типу думают, почему у меня тут теплая куртка лежит, ну такая. Ребята, в общем, остановились сейчас. Хороший вид тут. И ребята что-то продают. Начинается Сюникский Марс. Сюникская область. Да, Сюникская область. Заложила уши, перепад. Да, да. Типа, обычные люди, рабочие, крестьяне. Да, ребят, ушам еще раз говорим эту тему. Делитесь информацией, пишите, и мы все вместе будем красиво церковь. Ребят, про храм узнали, в общем? Вот постройки 2002-й в честь святого Арата, вроде это Арата, там тоже не знают особо Арата, святого Арата, на как-то. В общем, пока да, вот такая информация. Купили, кстати, вот такую пиццу на заправке, попробовать, горячая, там обжигают ноги, кусочек. Да, кстати, здесь дороги, да? Ну, много где дороги делают, да, по трассе едем. Такие, в принципе, неплохие дороги здесь. Кстати, пицца была хорошая. Такая свежая. Да, мягкая. Там речка идет, от нее сразу такая прохлада. Вот сейчас едем между скалами, и направо, справа от нас речка. Да, кстати, это сторона Джимрука, туда 22 километра, мы все хотим туда съездить. Так, да, мы съездим. Да, мы. Там, то есть, красивые места тоже, курортная такая зона, как нам рассказывали. Угу. Так что мы обязательно там побываем и вам всем покажем и расскажем.
Поедем вместе с вами. В общем, он находится вот в той стороне. Могу сказать, реально здорово дороги делает почти вот до Еревана, да, всю дорогу. Вообще молодцы. И я все-таки чуть-чуть, но сняла вам речку кусочек. Ее просто сложно было снять, мы ехали, и она справа от нас. Там в основном деревья, кусты, и не видно, она закрывает, ну, кусты закрывают ее. Она чуть-чуть появилась, я так успела. Вот ребята делают дороги, молодцы вообще. Смотрите, в жару делают. Такая жара, и дороги делают все-таки, вот, молодцы ребята. Дорожники — это самая, наверное, такая, ну, одна из сложных профессий. Профессия, да. Дорожники, железнодорожники. Колбасят физически вообще. Главное, вы еще оплачивали им нормально, да, за труд? Да, кстати, ребятам вот реально, кто работает, должны платить нормально. Да. Потому что если бы не они бы... Нет, нет справедливости. Этого товарища там были. Сейчас мы закрыли тут окно, просто у нас пыль там дорогу делает, сняли асфальт. И... Ну что, закрыться. Тут машин сразу понаехала, еще фуры. Сирана или веранда? Сирана, веранда. Да, иранская. Иранская. Тут их много, столько ребят гоняют на курах. Видимо, тоже товары. Туристов много. Мила. Там еще не видно, там еще одна машина, да? Погнать его, если меня вгоним, то будем ехать долго-долго. И там сзади за ним, когда едешь, пыль еще, да, это пыль поднимается, скорее всего, поэтому мог погнать, чтобы с пыли взять, чуть ехать. Вот ребята там делают. Этот аккумулятор. Скоро тут тоже будет дорога классная. Так что, ребята, в Армении делают дороги. Молодцы. Вон туристический автобус едет как раз, да? Вот туда-то. Возможно, туристический. Статео. Может, Статео, да. И очень много ребят из Китая приезжают тоже в Армению посмотреть места, фотографируются. Туристы едут потихоньку в Армению, так что это очень хорошо. Все, теперь начался хороший асфальт. Все подумают, почему у меня тут теплая куртка лежит. Дело в том, что тут, как солнышко сядет в горах, очень прохладно. Видишь такое? Да, уже, кстати, ребята, ветер начинается. Прохладнее, солнышко садится. Полно,
Хороший вид тут. И ребята что-то продают. Хотим быстренько снять. Минутку. О, уже дубачок тут. Так что вот, ребята, лайфхак я вам привела. Берите. Ребят, смотрите, какие гигантские грибы. Просто как голова человека. Здравствуйте. А как называются грибы? Белый гриб. Белый? Это белый гриб, это шампиньон. Горный шампиньон. Это мед, да? Да. А это что? Это спаржа. Спаржа. Значит. А в какой цене мед у вас? Килограмм? Нет, цена. 5000. Килограмм. Да, килограмм 5000. Это 4000. Ага. Это 1,5 килограмма. Это 2000. А грибы? Грибы килограмм 2000. Так что, ребята, хочешь вообще там? Дубай, да. Блин, красота такая, горные пейзажи. Да, кстати, шиповник. Карак цветет поздно. Сейчас только. Все, короче, ребят, валим. Таня уже замерзла. Начинается Сюникский Марс. Сюникская область. Барута. Сюник. Угу. Идем смотреть. И да, я уже оделась. Да, Таня делаем уже оделась. Тут туман, высота, я не знаю сколько, но полторы, наверное, точно. Вот видите, туман, облака встречаются. С землей, с горами. Таня тоже в полном. Таня тоже в экипировке. Вот тут тоже грибы, все то же самое. Меня, знаешь что? Уши заложила. Как всегда, ухо заложила. Заложила уши, перепад. Да. Там пойдем посмотрим? О, тут тоже, смотрите, всякий мед, варенье, соленье. Целая такая это. Да, гирлянда. Горный, вот, здесь, типа, обычные люди, рабочие, крестьяне. С косами, животные. Колос. Вот постройки интересные. Это душап. Душап, да. Да, ребят, душап, еще раз говорим, это тема, так что для иммунитета это вообще. Там орел. Вот надпись, ребят, если что, переведите эту надпись, мы. Здесь на армянском, ну, наверное, не знаю, видно будет сейчас. Но. Если кто знает, переведите, пожалуйста, напишите в комментарии. В общем, все, мы опять поднялись в горы, а то мы спускались здесь на неделю. Добывает, да? Тоже, если знаете, напишите нам. Кто знает. Кто знает, да. Вот здесь, кстати, видно, что было море, вот срезы, да, слои. Ничего себе, раньше реально было море, а я говорила. Смотрите, вот там у нас находится черное. Все.
все, и отключаюсь, уже плохо видно, уже сумерки, и вам плохо видно будет, так что все, ребята. И... ребята, пишите комментарии обязательно, классные места, которые вы хотели посетить в Армении, мы обязательно вместе с вами там побываем. Да, путешествуйте вместе с нами. Да. До новых встреч. Ребята, и снова здравствуйте. Да, ребята, снова здравствуйте. Тут у нас дождь пошел. Мы еще едем. Нам еще ехать примерно километров 200, да? 150. Ну, где-то 150. И только дождик прям пошел. Ребята, вот мы сейчас заехали сюда, и здесь столько грибов продают прям в нашей области. А здесь потому что часто дожди, да? Здесь дожди были. И вот сейчас тоже заехали, уже дождь идет. Ну все, теперь точно все. В общем, ребята, будем снимать вам следующий влог. Это уже, наверное, потом, когда домой приедем. Так что, надеемся, вам было интересно с нами сегодня.